Вася, это симулятор загрузок или как, блядь? Да. Опа. Мужчина в медан. Мужчина... Я не знаю, что это за слово. Так, отлично, 45-й, можем повторить, видимо. Ого, груз 200. А что, он что-нибудь скажет вообще? Они там в тишине идут, как зомби. Слушай, я читал то, что здесь вообще с мимикой и с анимацией просто беда жутчайшая. Дыхание. Минута глубокого дыхания уменьшает стресс. Спасибо. Еще знаете, что стресс уменьшает? Че? Дрочка. Да, наверное. Даже можно не минуту. Я поэтому каждый... Вот секрет в чем. Потому что каждый день дрочил, и вообще проблем не было, блядь, в моей жизни. Перестал дрочить, да, проблемы начались. Да? Так, Голоски, это мы с тобой, видимо, если... да, бухаем? Ну все, дружище. Да. Давай-ка возвращаться. Я Джо. Кто из них, блядь, не Джо? Видимо, вот это я, блядь, уродец. Да, это ты. Машина. Чё? У красавчика Опа. Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Опа! Не нам подал, ма? Юнши. Вы умеете драться? Я? Эй, дай четвертак. Он сейчас ей в ебло даст или что? Хочу узнать будущее. Еще как умею. Так, что, блядь, делать-то? Прицелиться. На, блядь, Вась, зацени. Ты видишь, Чего? Вась, как я хуярю? Нет. Что нужно сделать? Расскажи. Да я вон ебашу вообще люто, смотри. Ну, меня тоже сам... Блядь, тоже у ворот, смотри. Пока очень сложно, непонятно ничего. Вы вроде сказали, что умеете драться. На, тычка, блядь, разочек. Давай, что там еще? Ворот, блядь. Да, блядь. Ты мне что-то видишь. Вася, а что у тебя происходит? Можно вопрос в этот момент? Мне гадают, короче, на фишках. Да? А я пижусь тут. Да. Вот это геймплей. Я теперь мастер карате, да? Я мастер карате, мне дали ачивку. Опа. Да. Окунь. Расскажи обо мне, друзья. Что-то какая-то криповая атмосфера. Попробуй-ка нагадать мне удачу. Ладно. Реально, мы вдвоем на китайском рынке, это вообще реально? Удачи. Еще четвертак есть? Смотри, там баклажаны какие лежат. Я что тебе? Банк? Мне кажется, это тыква. Каждая девочка с баклажанов начинает. Ну что, старик? Что меня ждет в будущем? Опа, теперь я что ли драться буду, а тебе гадать? А ну. Бам. Так, что мне надо сделать? Как думаешь, вернет мне Джо 50 центов, которые я ему одолжил? Вася, это жетоны, блядь, из этого Джеки Чана мультика. Ай, не поебал, заехали, блядь. Петух, конечно. Да ёп, сука, блядь, ты затыкнул. Мне поебучки дают, Вова. Автомат игровой. Что ты видишь на этой кости? Ещё, бля, а что я там могу видеть? Ну, цветочек. Цветок какой-то. Бля, это херотень. Бля, судьба глубоко плетена в землю. Единственный цветок такого растения – зло. Кровь обязательно появится. Мне очки дали, мастер карате. Хуйня какая-то, надо сказать. Что все... Эй, Чак, надо... Ой, блядь, сука, нахуй! А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос. Хорошо, нам правда пора. Поехал только с Васяном. Напугал, блядь. Во второй грузи! В трюм номер два! Вася, когда мы играть начнем? Вот вообще без понятия. Когда фильм, наверное, закончится. Так это игра фильм, походу.
такое вот тут грузит? Груз 200. Реально? Ну, скорее всего. А что за груз 200? В смысле? Трупы. Груз 200 — это обозначение трупа при перевозке. А надо платить налоги за трупы? Ну, ты просто... Это как... Ну, грубо говоря, это тупо груз. Ты платишь как бы за груз. Могут его на таможне, блядь, затормозить, сказать, ты чё, ебать, и забрать себе? Ну, нет. Не заберут, Позже если у тебя мои... все документы в порядке. Свидетельство о смерти там, и все. 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! Вася, ты меня... Я так на Дауна похож, честно. О, нам ебать! Чувак, сейчас всю игру пиздит! Найс, nice. Меня в лазарет, а тебя в карцер. Ну, Вася, я ж говорю, мы играть не начнем. Все по справедливости. Нормально у нас я тектоник, понял. Сейчас обскалу разобьется. Тектоник, бля. Да, тектоник. Крушение тектоника, блядь. Смотри, видишь, у нас дырка, блядь, где-то. Да. Вау. Эйнштейн сейчас. Ооо, сейчас оживу. Опа, гниль течет. Опа, что-то пропало, видел? Бля, мы походу фараона перевезли. Проклятие. Я, блядь, заехали. О, Вьетнам. У Васи там что-то происходит другое, видимо, я хуй знаю. У меня Вьетнам какой-то, блядь, флешбеки. Не знаю, я встал возле параши. Я у себя в лазарете проснулся. Чарли Карцер, час 35, 22 июня. Так, я могу ходить, Вась. Эй! Так, я не могу ходить, я пока только смотрю так, за... Так, погоди, слышь, что, никого нет, блядь. Есть тут кто? У меня кровь в камере, слышь? Папе, возвращайся скорее. А, это я фотографию своего сына смотрю. Мне заебись. Тихо, Зебура, не мешай. Спасибо. Спасибо большое за рейд. Так, смотри, Васян, я читаю записку. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии. 10 суток карцера. Сволочь. Пиздец. Чё? У меня труп в шкафу. Хуй знает, я пока хожу еще, типа, тупо тут. Всё, смотрю. Понедельник. Да нахуй это читать, да, пацаны? Неважно. Кто это читает? Тот, кто хочет понять сюжет на все 100. Я хочу понять, когда мне дадут поиграть. Да, блядь, да какая дверь-то нахуй, ну? Блядь, промазал, чуваки. Хотел в ящик залезть. Чё, куда тыкнуть на него можно? И никуда не тыкнешь. Чё он стоит, смотрит? Давай сделай что-нибудь. Ой, блядь, управление, что с тобой? Будь здоров. Будь здоров. Вася, какая-то хуйня, я выйти не могу, блядь. Ты, может, меня откроешь, типа, с той стороны-то? Сейчас. Я из лазарета только вышел, ключ какой-то нашел. Я так понимаю, что это ты должен мне открыть. Наверное. Так, только я не знаю, где здесь этот самый карцер, куда тебя засунули. Сейчас я вам покажу письку в камеру, хотите? Включи субтитры, бля, можно что ли? Да, можно, в настройках. Кстати, ты нажимаешь паузу, у меня тоже пауза. Ща, погодь.
Да, где субтитры включить? В настройках звук и язык. Так, вроде врубил. Давай, Васян, я ready. Бля, синхронизация идет. Да пиздец, у меня Steam открывается. Так, это ты, Вась? Ну, наверное. Привет, Чарли. А, да, я. Отдыхается. Да выпустите меня отсюда. Выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Но мне Вася уже сказал. Лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Так, Васян, ну давай, короче, что, пойдем? Пойдем. Блять, пройти не могу, как. Что за два дауна? Блять, да, ты слышишь, тебе что, места мало, широкий нам. Блять, как сложно ходить в этой игре, а? Блять, вообще не могу. Блять. Спокойно. Так, нажмите, чтобы попасть в такт пульсу. Вась, только не пали. Блять, ты понял, Вась, что делать? Да. Пожалуйста, не проебись, я тебя прошу. Ох. Бля, ебать, сейчас отлегло прям. Ой-ой-ой, и дальше жесть пошла. Сука, блядь. Легко, фух. Эта игра создана для того, чтобы друзья между собой срались. Идеально просто. Да много игр сделано, чтобы друзья между собой срались. Например, Counter-Strike. Так, погоди. Дота. Блять, да чтоб твою мать, ты меня еще и толкаешь. Они как, блять, я непонятно. Нормально, не открывайся. Закрыто, Вася, давай ты попробуешь, а я постою. У меня ключ есть просто. Так там не нужен ключ. Тоже не открывается. Куда этот даун пошел? Сюда? Да, давай пойдем за ним. Кто это? Блять. Блять, у них выражение лиц, это просто пиздец. Блять. Что? Что это было? Ты ребенка не видел? Какого ребенка, блять? Ты че ебнулся, что никого не было? Ты ребенок перед тобой пробежал. Нет. Ты не видел его? Нет, не было никого. Пиздец, это у меня глюны. Давай, я открываю, ты постой на стрёме. Я палю. Да походу нихуя не откроется, блять, Вася. Сюда вот побежал куда-то. Да, блять, кто? Вот ребёнок. Дверь сюда надо. Да нет там ребенка. Это у тебя, видимо, только. Эй, Джо, сюда! Спасибо за подписки, чуваки. Так, чтобы выбить дверь. Нажимай, Вась! Нажимаю, блядь! Так, еще раз. Так, проигрывает Вася. Давай еще раз. Понял, что делать? Давай. Нам это пригодится потом. Угу. Давай. О, блядь, нихуя себе вывалилось, чё. Не говори. Какое-то безумие. Не говори. Это вот тот чувак, который прошел мимо. Может быть. Найди стену одну лицо. А налево ничего нет? Нет, там стена. Блять. А как ты узнал, что там стена? Ну так мы шли вот. Ну пошли, все. Ну да, да, все, стена, там иллюминатор. О, Вась, смотри, колбаска лежит. Где? Вот. И еще покойник. Покойник. Кому-то повезло. А че его так напугало-то, блядь? Черт. Бакли. Когда я видел его в последний раз, он был в порядке, даже просился в охрану. Хорошо, хоть мы живы. Бля, в тишине так прикольно проходить. Погодь, Вася, это самое. Блядь. Ага. Вот так сделаю. Все, готов. Блять. Как ее теперь снять-то, эту паузу?
Продолжить нажать. Не могу нажать, блядь, нет мышки. Чё за хуйня, люди? Я типа в игру играю, понял? Здорово, Артём, привет. Алло, чё мне делать? В смысле, чё за... Я не могу выбрать, выбрать нихуя. Чё делать? Я не знаю. Стрелки нихуя не работают? Нет. Я представления не имею, что делать. Так. Тебе меняется, что готовность, неготовность? Бля, сейчас посмотрю, как у тебя. О, тихо. Что-то надо... О, все. О. Аллилуйя. Идешь? Да. Удерживайте шип, чтобы... Наконец-то нас научили ходить быстрее. Я как пьяный хожу, типа, понял? Слушай, да? Хочу спросить, да, ты сейчас не управление... чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха. Ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Эй, блядь! Вась, ты у меня лагаешь, кстати. Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Какого пацана, блядь, Вася? Ты какой-то конченый у нас сегодня. Там реально бегают люди. Я ж, блядь, пугаюсь от этой... Блядь. Чё у них все рот открыт? Ну, естественно, блядь, ну ножик. Уровень везения я. Когда на перестрелку пришел с ножом. Да, знаешь, как Counter-Strike, блядь, ачивка. Пришел на поле боя с ножом, блядь. Смотри, у него глаза нет. Ну, вернее, век. Брови есть. Чарли! Это ты? Прячься. Нет, это ты. Бля, мы у себя каждого видим. А смотреть, пизду, я лучше прятаться буду. Ой, Вася, сейчас будем дышать, наверное, опять. Бля. Меня убили, Вася! Знаешь, что у меня сейчас? Чё? Ебать, у меня реп... Ай, блядь! Вася, ты меня ёбнул, что ли? Да. Нахуя ты меня ёбнул? Ребенок, понимаешь, в шкаф залез. Страшный ребенок, я по нему очередь. Ты, блядь, меня ёбнул. Я откуда знал, что это ты? Это ребенок был, не ты. У тебя был выбор не стрелять? Нет, только стрелять и все. Помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? Ты мёртв уже, что ли? Да. Давай же, черт возьми! Я послушал тебя, блядь, и спрятался в шкаф. Это что за хрень? Ну да, крестик поможет. Блядь, пиздец. Ты это видишь? Да.
А с тобой что произошло? Все по новой. Man of Madness должно появиться. Won't you spare me over till another year? Бля, прикольный саундтрек. Вася, а чё мы так быстро её прошли? Может, дадим деньги? Ты чё, скипнул? Да. Нахуя? Все, титры. Ты титры будешь смотреть? Да. В смысле, можно было промахнуться? У меня там только одна точка на ящике появилась на этом, и все. Бля, персонажи криповые показывают тут в заставке. Слушай, она на самом деле не нашумевшая какая-то игра, честно. Ненавижу флешбэк. Ой, эти флеши прям в играх вообще ненавижу. Так минус ебало прям. О. Это вы? Это я, да. Это я. Приветствую. Здравствуйте. Привет. В моем хранилище. Слушай его внимательно, сказали. Вась, ты слушаешь? Запоминай ток. Да. Ха-ха, дурак. Я хранитель. Хранитель историй. Надеюсь, охуительных. История любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Короче, если я буду кого-то убивать, не надо меня, блядь, просить перепроходить. Это мой выбор. Неизбежно. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока. Правда? Профессионал, блядь, иногда дизморали. Иногда вы будете определять ход истории вместе, иногда порознь. Иногда поступки другого будут вам непонятны, концовок. Потому что мы все по-разному смотрим на мир. Но, как и в жизни, у поступков есть последствия. Одно решение непременно будет влиять на другое. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. Так разрабы и есть этой игры, по-моему. Картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Да.
Так, заебумба. Мне уже стало хуёво от этой вонючки.